День добрый, друзья, или вечер, или ночь у кого-нибудь. Вот сегодня такие две маленькие посылочки. В одной из посылок, значит, здесь закаленное стекло к телефону моего сына. Это Huawei Y3. Вот, распакуем, проверим. И во второй посылке, не знаю, что тут дочь заказала, но так думаю, что сережки. Написано Earrings. Вот, стоят 0,13, оценка в 0,13 долларов. Посмотрим, сережка, не сережка. Ну, в общем, тоже что-то маленькое и пухленькое. Так, ну что, начнем с чего мы? Ну, давайте с сережки начнем. Не хотят выскакивать. Вот и все, пакетик пустой. Вот такая вот штучка пришла. Давайте раскроем, посмотрим ближе. Так, ну пакетики остались две. Защелочки, не знаю, как их правильно я обозвать. Так, камера фокусируйся. Вот такие вот сережки. Так, ладно, с сережками закончим. Особо показывать тут нечего рассказывать. Вот, ссылочку, как всегда, будет внизу в описании. Давайте займемся стеклышком. Так. Вот какое стеклышко в красивой упаковочке. Глаз протектор. Дальше там что-то переливается, я не вижу. Вот. Значит, толщина 0,26, 2,5D. 2,5D это мы все знаем, что у стекла закругленный край. Ну, вскрываем, посмотрим на целостность для начала. Так, что у нас в комплекте? В комплекте само стеклышко. Коробка большая, стеклышко это маленькое. Вот само стеклышко. Повезло целое. Давайте примеряем на телефон. Так, вот каким боком. Ага, вот так. Вот, на телефон просто идеально село. Просто идеально. Размер в размер. Так, сегодня мы наклеим. Тут сбоку мой сынуля подсматривает. И две салфеточки. Первый и второй номер. Для протирания экрана телефона. Вот. Тесты проводить, конечно, не будем. На крепость стекла, так как оно пришло одно. В будущем, может быть, проведем пару тестов. Закажем мы еще, наверное, пару стеклышек. Вот. Но стекло я не скажу, сколько стоило, не помню. Просто не помню. А оценили в доллар. Одно я заказывал за 0,85 доллара, а второе я заказывал что-то порядка двух, наверное, или трех долларов. Все, на этом все. Ставим лайки. Всем спасибо, до свидания.